Заведующие домами культуры, художественные руководители коллективов, музыкальные педагоги и библиотекари. Сегодня они впервые за последний год в одном зале. В свой профессиональный праздник работники культуры обычно отвечают за развлекательную программу. Сегодня все наоборот, они зрители и награды для них. Чулпан Маликова посвятила культуре больше 40 лет. 9 из них она работает в Табинском районе преподавателем по классу фортепиано и концертмейстером. За труд и награда. Счастлива, что я могу служить культуре, искусству. И то, что я вот в Сабинском районе, в Сабах, оказалась нужной. И, как сказать, меня наградили, значит, моя работа заслуживает. В Сабинском районе сегодня больше 300 работников культуры. Только в прошлом году здесь отремонтировали 22 учреждения. А в этом начали строить новый ДК в селе Сатышево. Судьба работников культуры очень схожа с судьбой правоохранителей. Когда все идут отдыхать, им приходится работать, быть на посту. А сегодня тот самый случай, когда у вас есть возможность отдохнуть и посмотреть концерт. Вы этого достойны. Самый большой дух дает, я думаю, работники культуры. И их дух, это дух всего района. И хотя прошлый год был тяжелым, пандемией, они не сломались, они с населением очень хорошо проработали. Они тоже по праву уже могут считать себя деятелями культуры. Это творческий коллектив Центра безопасности дорожного движения. Серьезную работу совмещают с творчеством трехкратные обладатели гран-при фестиваля работающей молодежи «Бизнес-заман. Наше время». Сегодня выступают для коллег. Здесь мы человек 20 всего привезли. У нас таких творческих артистов, которые 3 года назад не пели, не танцевали, никогда на сцене не были. 3-4 года назад, так скажем, их 67. Это наш родной район. Вот такую форму мы практикуем. Я считаю, что она и дальше будет иметь продолжение. Как наша работа совмещена с творчеством, и, как говорит наш руководитель Рифкат Нургалиевич, творческий подход, он нужен везде. Творческий человек, творческий во всем. Да. Поэтому мы с таким девизом работаем, трудимся и участвуем в различных конкурсах. Поздравление работников культуры и от мэтра татарской эстрады народного артиста республики Салавата Фатхетдинова. Неудивительно, что в год родного языка и народного единства на сцене яркие номера, демонстрирующие многообразие культур многонационального Татарстана. Вероника Гайнудинова, Адельмин Дубаев, ТНВ, Сабинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.